Алоха, друзья! Сегодня вы увидите новую интересную подборку с разнообразными товарами для вашего автомобиля. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Светодиодная подсветка для номера. Продавец предлагает варианты для различных марок автомобилей, так что, скорее всего, сможете найти и на свое авто. В поставку входят две платы со светодиодами, которые легко крепятся на штатное место. Это даже креплением назвать нельзя. Это просто замена старого штатного устройства на новое. Также и с питанием. Подсветка подключается к бортовой сети, используя старый разъем, потребляя мизерную мощность. Мощность 5 Вт устройства выдает яркий белый свет. Номер видно превосходно. Абсолютно каждый водитель рано или поздно сталкивается с проблемой запотевших стекол. Чаще всего подобная причина связана с перепадами температуры в салоне и за бортом автомобиля. Подобные колебания достаточно часто приводят к появлению запотевших стекол. Современные технологии позволяют справиться с этой проблемой. Для этого вам необходимо использовать антизапотеватель. Это специальное средство, которое позволяет вам без каких-либо сложностей улучшить видимость. Для этого вам всего лишь необходимо нанести это средство на окно транспортного средства. В результате, даже при серьезных температурных колебаниях, окна будут абсолютно чистыми. В продаже баллончики на 20 или 50 мл. Дневные ходовые огни с встроенными бегущими поворотниками. Ведь чем больше сигналов, тем проще понять ваши намерения. Так, для встречных машин будет ясно, куда именно вы собрались выдвинуться, и вероятность аварии на дороге немного уменьшится. В комплекте, естественно, две штуки. На выбор 30, 40 или 60 сантиметров в размере. Также можно выбрать подсветку. Например, белую с желтым или чисто белую с синим. И желтую. Устанавливаются ДХО вовнутрь фары, подойдет для большинства автомобилей, но для установки потребуется демонтаж фары и дальнейший ее разбор. Работа не самая легкая, но результат вас впечатлит. Парктроник – это специальный радар, который измеряет расстояние от вашего автомобиля до других объектов, предупреждает об имеющемся препятствии и помогает припарковаться без последствий. Он состоит из чувствительных элементов, датчиков, которые крепятся на передний или задний бампер автомобиля, и электронного блока, который обнаруживает препятствие и подает звуковой сигнал водителю. В данной модели парктроника имеются 4 датчика, которые при правильной установке спасут ваш задний бампер от нелепых случайностей. Оповещение проводится в звуковой форме, а реагируют на препятствия датчики на расстоянии в 2,5 метра. Компактный, универсальный и русифицированный диагностический автосканер Encel AD310 с многострочным графическим ЖК-экраном. Предназначен для чтения и сброса кодов неисправностей, а также отображения показаний датчиков и параметров работы двигателя в режиме реального времени. И возможности сканера на этом не заканчиваются, поэтому он прекрасно подходит как для автолюбителей, так и для небольших автопредприятий и автосервисов. Ведь этот прибор полностью окупает свою стоимость всего лишь за несколько применений. Кроме того, устройство отличается высокой надежностью и стабильностью. В нем есть встроенная библиотека кодов неисправностей OBD2, а отсутствие аккумуляторов не требует дополнительного питания от сети. В продаже имеются сканеры 3 цветов – красного, черного и оранжевого. Универсальные крючки, которые подойдут для удержания банковских или заправочных карт, визиток и так далее. Крепятся они на клейкую заднюю сторону и отлично подходят для интерьера автомобиля. В комплекте идут сразу 2 крючка.
не требует особого представления такой автомобильный аксессуар, как буксировочный крюк. Некоторые автомобили оборудованы такими крюками, но стоит помнить и брать во внимание тот факт, что, например, при вытаскивании автомобиля из снежного сугроба, такой крюк может попросту сломаться. При наличии пары запасных крюков сложную ситуацию можно будет решить за считанные минуты. Изготовлен крюк из прочных стальных сплавов также. Они имеют интересный внешний вид для тюнинга вашего автомобиля. Универсальный датчик автоматического включения-отключения света используется для управления системой освещения автомобиля. Функционал устройства очень простой. Автоматическое включение фар в темное время суток и, соответственно, выключение в светлое время. Эта система очень безопасна и проста в установке и не повлияет на освещение автомобиля или электрическую систему. У некоторых автолюбителей еще установлены старые магнитолы для воспроизведения кассет. Такую магнитолу можно модернизировать, подключив к ней кассетный адаптер для автомагнитолы. Используя такое устройство, можно слушать музыку уже не с кассет, а с MP3-плеера или мобильного телефона. К кассете подключен штекер мини-джек 3,5 мм, который вставляется в плеер или мобильное устройство. Длина шнура составляет 1 мм. Подключается кассета-адаптер в автомагнитолу следующим образом. Вначале кассета вставляется в автомагнитолу, далее штекер подсоединяется к гнезду для наушников смартфона. Управление треками осуществляется с телефона. Качество воспроизводимого звука достаточно неплохое. Очень часто в поездке возникает необходимость зарядить телефон, планшет или навигатор, а розетки под рукой нет. Встраиваемая зарядка на два USB-порта – прекрасное решение данной проблемы. Монтируется в панель автомобиля, там, где удобно водителю. Рабочее напряжение – 12-24 вольта, USB-выход – 5 вольт и 3,1 ампера. Необычный мультитул на 8 инструментов, неоспоримо полезный гаджет, включает в себя следующие функции. Датчик измерения давления в шинах, светодиодный фонарик, резак для ремня безопасности, измеритель глубины протектора шин, функция сброса давления в шинах и молоток для аварийного разбития стекла. С таким инструментом в вашем автомобиле вы получите сразу 8 необходимых инструментов, тем более места он много не занимает. Хорошая обзорность лобового стекла всегда играла ведущую роль в безопасности передвижения на транспортном средстве. Возможность обзора резко снижается из-за погодных условий, таких как снегопад, сильный дождь, туман и попавшая грязь на лобовое стекло. В последнее время многие производители автомобилей стали устанавливать на свои модели веерные форсунки омывателя лобового стекла, которые отличаются тем, что подача стеклоомывающей жидкости на стекло осуществляется не двумя-тремя отдельными струями, а фронтом из мелких капель, попадающих сразу на большую площадь лобового стекла. Форсунки же этой модели еще и с подсветкой, поэтому смогут придать оригинальный вид автомобилю. Магазин накладок на педали предлагает удобные и практичные аксессуары для владельцев авто различных производителей. Противоскользящие накладки на педали изготавливаются из алюминиевого сплава и резиновых вставок, обеспечивающих надежный контакт ноги с педалью. Представлены комплекты накладок как для владельцев авто с механической, так и автоматической коробкой передач. В комплектацию входят накладки для педали акселератора, тормоза, сцепление для авто с механической коробкой передач и подножка для отдыха ноги. Насадка-распылитель для баллона с краской предназначена для простой смены цвета любой детали вашего авто. Наносит краску равномерно по всей области. Относится к краскопультам. Она проста в использовании. Нужно надеть насадку на баллон и нажать на курок. Надежная фиксация не спадает во время работы. Имеет удобную ручку. Подходит практически для любого баллона. С помощью насадки можно покрасить различные элементы без хлопот, быстро и качественно. Также подходит для баллонов с грунтовкой, лаком и так далее.
Набор для маркировки проводов. Этот набор может пригодиться автоэлектрикам или просто всем, кто работает с проводкой. В комплекте поставляется 500 резиновых колечек с цифрами от 0 до 9, которые помогут вам не запутаться, где какой провод и за что он отвечает. Каждая цифра имеет свой цвет, поэтому визуальное восприятие шлейфа проводов станет легче. Эти маркеры подойдут для проводов толщиной от 1 до 3 мм. Ручки для рычага коробки передач автомобиля. Они пластиковые, а внутри находится металл для нормального крепления. Есть различные расцветки. Верх сделан под карбон, держится прочно, да и выглядят замечательно. Щетка для мойки с дозатором моющего вещества поможет вам сэкономить немного денег тем, что вы потратите меньше моющего. Сама щетка достаточно жесткая для очистки вашего авто, но и достаточно мягкая, чтобы не оставить следы на краске. Работает же это чудо достаточно просто. Необходимо подключить небольшую колбочку к щетке, перед тем ее наполнив моющим средством, и подключить шланг с водой. Как итог, вода будет омывать колбу и выходить через щетку. Удобно и практично, к тому же клапан можно заблокировать в положении «открыто» или «закрыто». Отличный органайзер на спинку заднего сиденья. Он большого размера, 89 на 36 сантиметров. Множество кармашков позволяют распределить вещи, чтобы они не летали по всему багажнику. Да и за счет крепления на спинку полезное место багажника практически не уменьшается. Можно приобрести как с верхними карманами, так и без. На выбор два цвета – серый и черный. Термоизоляционная лента используется для изоляции коллекторов двигателей легковых автомобилей и мотоциклов. В первом случае она снижает температуру под капотом и удерживает тепло в выхлопной трубе, во втором защищает ноги мотоциклиста от ожогов об коллектор. В комплект поставки входит защитная лента длиной 5 метров, шириной 5 сантиметров и толщиной 1,5 мм, а также 10 кабельных стяжек из нержавеющей стали. Как часто во время ремонта мелкие детали попадают в места, с которых их очень трудно достать без специального инструмента. И если такого инструмента нету под рукой, процесс ремонта может затянуться на неопределенное время. Именно таким инструментом и есть гибкий захват. Прост в использовании, справиться с ним может любой водитель, ни один автосервис не обойдется без данного захвата. Незаменимый инструмент в арсенале автомобилиста – щетки по металлу. Набор комплектован тремя щетками с разным калибром рабочей области. Также станет незаменимым инструментом на каждом автосервисе. Благодаря качественным материалам, из которых изготовлены щетки, их срок службы значительно больше по сравнению с другими аналогами. Отличный электронный штангенциркуль из нержавеющей стали. С его помощью можно будет легко измерить нужные показания – наружный или внутренний размер, а также глубину. Точность измерения составляет 0,01 мм. Регулируемый винт обеспечивает необходимый натяг для оптимального движения, а также фиксации губок штангенциркуля. Максимальный размер для измерения – 150 мм. 70 My Pro – продвинутый видеорегистратор с 2-дюймовым ЖК-экраном и 5-мегапиксельной камерой, которая снимает с разрешением 2592 на 1944 пикселей и способна контролировать процесс парковки. С этой камерой нет необходимости пользоваться парктроником. Устройство оснащено GPS, Wi-Fi и универсальным помощником водителя – системой ADAS. Широкоугольный объектив с углом обзора 140 градусов позволяет увидеть все, что происходит на вашей и на соседних полосах движения. Видеорегистратор оснащен функцией антитуман, усовершенствованный алгоритм для повышения качества изображения, снятого в тяжелых условиях окружающей среды, таких как туман, снег и направленный засвет. Фирменная фишка 70 My – функция охраны. Как только G-сенсор определит движение вблизи вашего автомобиля, камера начнет процесс видеофиксации в зоне ее видимости.
Часто случается, что старый аккумулятор после простоя ночью в сильный мороз уже не способен запустить двигатель автомобиля. Быстросъемные клеммы для АКБ как одно из решений этой проблемы. Зачем откручивать каждый раз клеммы, чтобы заносить аккумулятор машины домой, если можно приобрести быстросъемные и проделывать ту же операцию в разы быстрее? Клеммы промаркированы цветом красный на плюс, синий на минус. Принцип установки и снятия на аккумулятор довольно прост. Поднимаем вверх крышку, клемма разжимается, нажимаем на крышку, клемма сжимается. Насос для замены масла в двигателе. Отличное решение для ситуаций, когда доступ к сливной пробке картера затруднен. Качает примерно пол-литра в минуту. По оборотам моторчика хорошо слышно, качает масло или воздух, даже при горячем жидком масле. Шланг засовывается примерно на длину щупа плюс 10 сантиметров. Многие на ютубе протестировали данное приспособление. И для эксперимента после слива масла с помощью насоса откручивали болт в картере. И как ни странно, насос откачивал все масло, поэтому это отличное приобретение для самостоятельной замены масла в домашних условиях. Ангельские глазки давно успели завоевать свою аудиторию, и данный факт вполне оправдан. В фарах смотрятся прекрасно, придают внешнему виду автомобиля свой неповторимый стиль и солидность. На рынке предложений существует целое множество форм, расцветок и комплектующих. У данного продавца есть размеры от 60 и до 145 мм и 6 цветов свечения на выбор. На этом ролик подошел к концу. Я разыграю любой товар на AliExpress до $10 или 600 рублей на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 400 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Вся подробная информация о конкурсе находится в описании. Всем пока!